Москва. Центральный аэродром. Для встречи албанской правительственной делегации прибыли заместитель председателя Совета министров и министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, заместитель министра иностранных дел товарищ Вышинский, члены миссии Народной Республики Албании и глава ряда посольств миссий, аккредитованных в Москве. Председатель Совета министров Народной Республики Албании генерал-полковник Энвер Ходжа. Министр внутренних дел Албании господин Кочет Зодзе. В своем заявлении перед микрофоном генерал-полковник Энвер Ходжа сказал: «Дорогие дружественные народы Советского Союза, граждане и гражданки героической Москвы, мы, представители одного из малых народов Балкан, передаем вам горячий привет от имени албанского народа и от нашего собственного имени. Приносим вам сердечные поздравления и выражаем чувство самой большой и самой искренней дружбы. Албанский народ на всю жизнь признателен Советскому Союзу, который с огромной решимостью защищает нашу маленькую страну, защищает наши права и свободы, которые стоили нам крови и жертв. Да здравствует Советский Союз, надежный защитник свободы, прав и действительного мира, защитник больших и малых народов. Пусть живет и здравствует столько, сколько живут горы, самый любимый и дорогой друг нашего малого народа, ваш вождь великий Сталин. Слава героической Москве!» В колхозных просторах Мордовии радуют глаз тучные хлеба. Скоро жатва. Колхозники Дубенского района решили использовать оставшиеся дни для ремонта дорог. Хорошую встречу готовят они богатому урожаю. Звеньевому колхозу имени Калинина Ивану Васильевичу Зинькину 67 лет, но он не отстает от молодых. Заканчивается ремонт мостов. Роются дренажные канавы. Хлеб нового урожая колхозники Мордовии повезут колеваторам по хорошим дорогам. В Казахстане битва за хлеб вступила в самую ответственную и решающую стадию. Уборка идет на полях колхоза имени Ворошилова. У штурвала степного корабля прославленный комбайнер Южно-Казахстанской области Курабаев, бывший кочевник, стал искусным мастером передовой сельскохозяйственной техники. Казахская степь, где раньше гуляли лишь ветра и рос ковыль, теперь родит много хлеба. Это сделали советские люди, люди колхозной деревни. Первый хлеб государству. Караван держит путь на элеватор. Советский Казахстан стал крупнейшей житницей страны на Востоке. Мариупольский металлургический завод «Азовсталь». Этот крупнейший металлургический завод «Юга» был разрушен немцами. Советские люди возродили предприятие, подняли его из пепла и руин.
Живет Азовсталь! Все, кто напряженно трудились над восстановлением завода, сейчас озабочены одним – дать стране больше металла. Мариупольские металлурги смело перекрывают технические нормы. Мастерством скоростных плавок в совершенстве овладел Алексей Васильевич Мишуров. Дмитрий Иванович Мазалов сократил продолжительность плавки с 18 до 14 часов, а каждый сэкономленный час – это дополнительные тонны металла. Стальвары-скоростники дали слово выплавить к 30-летию Великого Октября по 500 тонн стали сверх плана. Производственными победами готовятся встретить великую дату и волжские речники. Стахановцы Горьковского речного порта стали на вахту в честь 30-летия советского государства. Крановщица Путкина, она выполняет за смену 2,5 нормы. Чем быстрее работает кран, тем скорее Сталинград получит лес для своих строек. Механик Кулешов, он первым в порту освоил сложную машину для перевозки тяжелых грузов. Баржи «Пчелин». Во время Сталинградской битвы старый болгарь доставлял на свои баржи войска, боеприпасы, оружие. Теперь он спешит доставить колхозам автомашины к началу уборки. Грузы для новостроек после военной пятилетки несет великая водная артерия советской страны. Чудесно Москва на рассвете. Последний утренний туалет, и вот ожили улицы столицы. Москвичи едут за город, на пляже, к реке. Теперь к их услугам и новые многоместные автобусы ЗИС-154, недавно появившиеся на улицах Москвы. Шумно на вокзалах. Зато как хорошо в тиши подмосковных рощ. Этот воскресный день старый типограф Николай Григорьевич Савинов и его товарищи проводят в заводском доме отдыха. Многих москвичей привлекает Химкинский порт. Они отправляются на прогулку по каналу Москва-Волга. Особенно людно на Химкинском пляже. Любители водного спорта собрались на водной станции «Динамо». Заплывы сменяются прыжками. Прыжки гонками гребцов. На водную гладь канала вырвались скутера с аквапланами. Разнообразен и увлекателен отдых москвичей.